В Симферополе прямо в центре города дрались подушками, лазили на деревянный столб, ели блины и огромный 220-килограммовый пирог. Так жители крымской столицы и ее гости встречали масленицу и провожали зиму. Вместе с ними и наша съемочная группа. На импровизированной сцене под открытым небом пели и танцевали творческие коллективы Крыма. Горожане решили не быть просто наблюдателями, устроили дискотеку. Выступления сменялись конкурсами. В них с большим удовольствием участвовали не только дети, но и взрослые. На старт, внимание, начали! И, конечно же, не обошлось без традиционного лазания на столб. Во времена Древней Руси сделать это было сложнее. Стволы были более высокими, их верхушки поливали водой или смазывали салом. Тем временем рядом выстроилась огромная очередь. Все хотели попробовать гигантский пирог размером 3 на 2 метра. Этот пирог повара делали более 13 часов. В его составе 80 килограммов творога, 50 сахара, 100 муки и 900 яиц. И он весит более 200 килограммов. У кого не спроси, всем творожное лакомство понравилось. Очень вкусно, молодцы, конечно, классно, творожный. Вот то, что нужно, такой весенний пирожочек. Вкусно, во рту тает. Настолько свежий, нежный. Какая масленица без блинов? Их жарили прямо на улице, предлагали различные начинки. Горожане в восторге от праздника. Чудненько праздник, вообще великолепно. Очень радует, что сейчас такие праздники делают. Праздник здорово, нравится, хорошее настроение, успели пирога попробовать. Все повыходили на улицу, деток повыводили, пирогов всех накормили. Вот всякие тут представления. Ну вообще, а погода какая сегодня замечательная. Мед, варенье, колбасы, морепродукты, украшения, шерстяные изделия. Всего на масленичной ярмарке на улице Горького выстроилось более 60 палаток. Все эти товары привезены из разных регионов России и Белоруссии. Я вспоминаю всегда масленицу по кадрам из фильма «Сибирский цирюльник», где там широкое такое гуляние. Ну, мы стремимся к этому. Каждый год вы видите, что появляется что-то новое, и следующий год мы тоже надеемся, что будет что-то новое. Всех с наступающей масленичной неделей. Хорошо, ярко, добротно, с широтой ее провести, с широкой вас масленицей. В конце масленичной недели в городе сожгут чучело масленицы. Девушка хоть и симпатичная, но традиция есть традиция. Зиму пора провожать. Татьяна Хункота, Алим Велиев. Время новостей.